Администрация города Рязани планирует повысить долю безналичных расчетов в оплате проезда на пассажирском транспорте. Для этого внедряются пластиковые карты, с которых будет списываться сумма на оплату проезда. В сентябре появилась и другая форма оплаты – с помощью бесконтактной банковской карты платежной системы Visa любого банка. Ее достаточно приложить к терминалу, не набирая пин-код. Стоимость проезда спишется автоматически. Уже сейчас любой гражданин, являющийся обладателем именно бесконтактной, подчеркиваю это, да, карты Visa, может оплатить стоимость проезда в транспорте. Разовую поездку 18 рублей. С 23 сентября начнется продажа пластиковых проездных билетов, которые придут на замену бумажным. Их отличие в том, что выдаваться карта будет сроком на 5 лет, и ее можно будет пополнять в пунктах приема платежей. Отказаться от карты можно в любое время, сдав в том же пункте и вернув залог 100 рублей. Привычные для граждан бумажные месячные проездные билеты, которые вот у нас уже очень давно выпускались, будут заменены на пластиковые билеты, у которых срок службы очень большой, и эти транспортные карты, они сами по себе могут пополняться гражданами самостоятельно. Оператор автоматизированной платежной системы взял на себя обязательство увеличить сеть пунктов пополнения платежных карт с 25 до 90 уже к 1 октября. Сеть терминалов создается на базе пунктов КВЦ. Отделение Почты России, в перспективе в нее войдут и торговые предприятия. Будущее пополняемых проездных карт связывают с введением дифференцированной системы оплаты проезда, когда билет за наличные деньги обойдется пассажирам дороже, чем приобретение его по карте. Нововведения не повлияют на изменение стоимости проезда для граждан. Автоматизированная система оплаты проезда – это инвестиционный проект компании «Ресурсы партнеров Рязани». С каждой поездки оператор ОСОП как бы удерживает свой процент. За счет этого происходит собственно обслуживание этого оборудования и его окупаемость. Городское хозяйство, по словам начальника управления транспорта Рязани, остается в плюсе. Муниципальные перевозчики сэкономят на выпуске бумажных проездных и смогут точнее учитывать пассажиропоток. Что касается самих пассажиров, то у них расширятся возможности по оплате проезда. Наверное, все прекрасно пользуетесь маршрутными такси, либо автобусами утром в понедельник, когда едете на работу. И, как правило, у вас, наверное, есть такая купюра неразменная в кармане, да, которую, как правило, очень трудно дать сдачи каждому пассажиру. Данный же инструмент, он коррелирует, в принципе, до нуля какие-то конфликтные ситуации между пассажиром и лицом, принимающим платеж, и позволяет сокращать взаиморасчеты между пассажиром и перевозчиком. Однако расплатиться при входе в автобус или троллейбус по-прежнему можно наличными деньгами. Платежный терминал выдаст пассажиру билет. Возможности оплаты наличными и безналичными остаются, конечно. Обязательно, конечно. Только в любом случае при приеме наличных кондуктор, либо лицо, осуществляющее прием платежей, обязано выдать чек. В ближайшее время на автобусах и троллейбусах появятся наклейки, информирующие пассажиров о том, что оплатить проезд можно с помощью бесконтактной банковской карты. Со следующего года на автоматизированную систему оплаты проезда перейдет весь общественный транспорт Рязани, включая маршрутные такси. Дмитрий Соколов, РВ ТВ.